Теремок ТВ. Мишки и братишки снова вместе. Волшебный нектар. Брэмбл, дай пройти. Ого, так это оно, дерево жизни. Оно прекрасно. Наконец-то, легендарный нектар. Я буду богат. Погодите, а где же весь нектар? Завтра на рассвете нектар прольется дождем и возродит лес. А? Что это? Держу пари, это Рекс Вектор. Мы должны остановить его. Да. Поймаем его и защитим лес. Уберем эти трубы сейчас же. Вперед. Погодите. А? Идите сюда. Бриар, Кристи. Мы видели Рекса Вектора рядом с деревом. У него есть машина, которая защищает его. Раз это же скоро, нужно придумать, как мы можем остановить его. У нас мало времени. За мной. Прошу, Эар, не вини себя. Пусть прошлое останется в прошлом. Правда? Конечно. Только настоящее имеет значение. Вот так, мальчик мой. Он там. Эта штука на самом верху машины. Лазерная камера. Подходить к нему слишком опасно. А, вот это! Остановим его. Эй, подожди, Кристи. Ранняя пташка съест червячка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, нет. Очнись, очнись. Надо быть осторожными. У меня есть идея. Эар, тише, не шевелись. Что случилось с Брэмблом? Я забыл проделать дырки для глаз. Ничего не вижу. Нет, мне страшно. О, как же воняет! Брэмбл! Эй, я здесь. Посмотри на меня, я медведь. У старинной Макдоналда ферма была. Эй, железяка, получи! Это был отличный бросок. Время для ниндзя. Получи! Осторожно! О, Вик, ты цел? Я знал, что вы явитесь. Ха! Я использую весь нектар дерева жизни для своих целей. Слышите? Узрите силу науки! Зашло слишком далеко. Можешь попытаться. Давайте, ребята. Чем больше вас, тем лучше. Против меня у них нет ни единого шанса. Весь нектар будет моим. Прекрати! Кристи, остановись! Вик, осторожно! Вы в порядке? Да я цел. Что это? Отлично. Эта труба проходит под защитным экраном Рекса Вектора. Брэмбл, помоги мне вскрыть эту трубу. Труба очень узкая. Мы не пройдем? Думаю, никто из нас не пройдет. Что же нам делать? Думаю,
Думаю, я пройду. Что? А? Ни за что. Это слишком опасно. Она права. Все в порядке, я справлюсь. Не волнуйтесь, я больше не боюсь, как раньше. Но Рекс Вектор хитер. Ага. Может, нужно придумать другой план? У нас нет времени на другой план. Он справится. Я в тебя верю. Мама, я не подведу вас, ребята. Эйзар, будь осторожен. Мой мальчик. Доброе утро. Как только взойдет солнце, весь волшебный нектар будет моим. Давай, действуй, Эйзар. Что? Что случилось? А? Ты что делаешь? Убирайся отсюда, мелкий скунс! Вылезай! Нет, 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 стой! Нет, стой! Да! Это была большая ошибка! Не двигайся! Эй! Отстань от ребенка! Держи его! Я до вас доберусь. А ну стойте! О нет, где Бриар? Привет. Бриар, постой, пожалуйста. Еще бы чуть-чуть. Ура, ты в порядке? Вам, зверя, меня не одолеть. Сдавайтесь. Отстань. Стой. Или мелкий скунс получит по полной. Отпусти его. Отпусти меня. Отстань. О, боже, какая вонь. Иар! Мама! Пора платить за все, что вы сделали! Ты не тронешь мою маму! Иар! Нечем дышать! Готово! Он никуда не денется. Спасибо, Иар. Отлично сработано. Послушай, я так тобой горжусь. Ты такой смелый, Иар. Ты наш герой. А? Иар, ты действительно быстро повзрослел. Да? Вообще! Смотрите, ребята! Мама, смотри! Кристи, только посмотри! Ух ты! Значит, это и есть волшебный нектар. Элдер, можно начинать праздник нектара. Значит, это ты, Элдер? По-моему, кое-что забыл вам сказать. Добро пожаловать. Теперь, когда все собрались, можно начинать праздник. Да. А я позабочусь о себе. Я разбогатею. Прекрати. Веди себя прилично. Разве нектар не исполняет желание? Если бы это было так... Я бы вернул свою память. Что? Оно не зацветет еще долго, так ведь? Верно. Возможно, мы больше этого не увидим. Эй, Элдер хочет, чтобы вы взяли это на память. Вы заслужили этот подарок. Это нектар дерева. Тысячи благодарностей за спасение дерева жизни и всего леса. Мы очень ценим это. Спасибо. Вик, ты что, не слушал? С его помощью нельзя заработать деньги. Я и не собирался. Нектар, думаю, он должен быть у Кристи. С вами невозможно говорить. Кристи, можешь навещать нас в любое время. Да, только не расти слишком быстро. Прощайте! Прощайте!
Подождите, а где же Вектор? Вы еще видите, что значит связываться со мной? Хозяин, вы такой тяжелый! Забывчивый лось. Цветок цветку, и все готово. Праздник нектара уже скоро. Все для прекрасного декора. Ведь день нектара уже скоро. А? А? Что я делал? А, ладно, неважно. А? Да-да-да-да-да-да-да. Я пришел сюда, чтобы украсить дерево жизни. Но где же моя картинка с цветами? Кто вы? Вы тоже пришли на праздник нектара? Да, мы пришли на праздник нектара, конечно. Праздник еще не начался, но скоро начнется. Мистер Пит, взять его. О нет! Руки вверх, стой! Беги, они пришли за деревом жизни. Ах ты мерзкая скунсиха, мистер Пит, держи ее. Есть. О нет. Не дай им уйти, держи их. Скорее, нужно найти помощь, чтобы защитить дерево. Почему все это происходит? Посмотрим, удастся ли вам теперь убежать. Я слишком стар для всего этого. Я попытаюсь их остановить, а ты беги. Нет, я тебя не оставлю. Если не убежишь, он поймает нас обоих. Пожалуйста, передай от меня весточку. Не устали еще? Беги! Отстань от меня! Отпусти прочь! Очнись! Эй, очнись! Ты в порядке? Где это я? А что я делал? Я должен украсить дерево жизни. Дерево жизни! Ты идешь к дереву жизни? Да, я очень спешу. Есть короткий путь. Правда? Можешь взять нас с собой? А вы кто такие, ребята? Я Брэмбл. Это Кристи. А это... Эй, погоди! Пожалуйста, нам очень нужно это туда. Это правда. Пожалуйста, помоги спасти маму. Я вас знаю? Мы встречались? Неважно. Идите за мной. Спасибо. Кажется, что-то здесь не так. Чтоб тебя! Эй! Ты уверен, что это короткий путь? Конечно. Я помню, что он здесь. Не похоже, что это безопасное место. Ах, да. Поблизости есть воронки и ямы. Все будьте осторожны. Что? Ямы? Все равно, будьте осторожны. Бежим! Моя голова. Смотрите, вот и яма. Ах ты мелкий. Ты специально это сделал? Где Рекс и мама малыша Скунса? Беги! Отстань от меня! Где Рекс и мама малыша Скунса? Что? Мама малыша Скунса? А ты умеешь складно врать, верно? Отстань от меня! Вик, тебе нужно успокоиться. Ты видел поблизости людей? Да. Где? Не волнуйся, Кристи. Нет, не Вик, он... Но он вот такой. О, его я видел. Скажи, где? Вот же он. Нет, другой человек. Он поймал бедную маму Иара. А еще он хочет украсть нектар. Беги! Теперь я вспомнил. Я видел еще одного скунса, похожего на этого. Она просила меня найти кого-то, кто помог бы спасти дерево это жизни. Мама. Постарайся вспомнить, где ты ее видел. Дайте-ка подумать. Дело было вчера утром. А потом это случилось. А ты знаешь, где моя мама сейчас? Я не знаю. Но она передала весточку для своего сына. Она сказала: «Эар,
Ты должен быть храбрым, чтобы преодолеть все трудности, что ждут тебя. Отпусти! Отпусти! Это так трогательно. Баба, я обещаю, я буду очень храбрым. Не плачь. Мы спасем твою маму. Так, продолжим путь и найдем Рекса Вектора. Это мама! Это мама! Эр, подожди! Мама! Стой! Эр, смотри! Хозяин, все готово. Скоро я отправлю Скунсиху в лабораторию. Хорошо. Поскольку нам она больше не нужна, то станет отличным пополнением для коллекции Вольфганга. Хозяин, вы просто гений. Что же нам делать? Нужно разделиться на группы. Надо защитить дерево. Времени нет. Брэмбл, ты пойдешь со мной спасать маму Эра. Я спасу маму. Но, Эр, это опасно. Все в порядке. Мы с Брэмблом позаботимся о нем. Угу. Будь осторожны. Брэмбл и Эр, удачи, ребята. О? Кто там? Мама. Отпусти мою маму! Серьезно? А иначе что, а? Тогда иди сюда и забери ее. Ты трус! А? Эй, вы что творите? Вперед, Брэмбл! Поставьте на место! Вик, ты в порядке? Он в тебя попал? Нет. Ха, хочешь еще? Осторожно! Ой-ой! Ха! Получите! У меня есть идея! Что? Вик, давай! О, нет! Плохой бросок, прости! Ха! Теперь моя очередь! Нет! Попрощайся с мамой Скунсом! Мама! Эй, стойте, нет! Весело вам? Нет, не сюда! Вик, надо остановиться! Ребята, мама! Мама, ты должна очнуться, мама! Как нам привести ее в чувство? У меня есть идея. Эй, погоди! Мой микрофон пропал, нужно сказать мама. Хозяину. Мамочка! Вот так! Пока! Стой! Я не полечу к хозяину, он сам придет сюда. А? Ты видела? Эй, смотрите сюда! Для чего эта труба? Я знал, что вы придете, ребята. Вы напрасно тратите время. Нас заметили. Прячемся. Негодяй! А ну вернись! Мелкий заморож, получай! Баба! Мама, пожалуйста, очнись! Это я, Яр! Это я, мама! Пожалуйста! Это Пит! Остановим его! Эх, стой! Что? Нужно позаботиться о маме Скунсе! Мамочка! Мама! Мама! Привет, сынок! Мама! Мама, наконец-то очнулась! Эй, Яр! Яр, ты в порядке? Кто вы? Это Брэмбл и Вик. Они помогли мне спасти тебя. Я благодарна. Надо же, Яр, а ты вырос. Но мистеру Питу удалось уйти. Ничего, ты был молодцом.
А? О, нет, дерево жизни. Мы должны остановить Рекса Вектора. Ладно, давайте вернемся к остальным и спасем дерево. Вперед! Осторожно, пчелы. Эй, Ар, помедленнее там. Не волнуйся. Отстань, отстань. Ой. Эар, ты цел? Я в порядке. Ребята, смотрите. Еще одна развилка. Если чувствуете, что вам повезет, вперед. О, я знаю. Смотрите сюда. Две разные таблички. Цветок и змея. Ладно, тогда я знаю, какой дорогой идти. Змея означает опасность, значит, нам нужно идти туда. Кажется, ты прав. Пошли. Я, как думаешь, там будет что-нибудь вкусненькое? Какие же они предсказуемые. Ты перестанешь постоянно мешать мне. Ты чуть не испортил мой план. Но здесь очень жарко. Вы гений. Они даже не заметили, что таблички поддельные. Думают, что могут перехитрить меня, но уж нет. Вы правы, они обречены. Им с вами не тягаться. Пошли. Хозяин, подождите меня. Должна быть, это центральная зона. Посмотрите туда. Держу пари, это дерево жизни. Чуть не упал. Посмотри, видишь эти корни здесь и вот тут? Они довольно широкие. Думаю, по ним мы сможем съехать вниз и... Это не путь, это американские горки. Американские горки? Эар, смотри, мы летим! Было здорово! Бриар, давай еще разок, а? Ну, я... Бриар, помоги! Брэмбл, ты в порядке? Сюда, ребята! Я слышал, что в этом лесу творятся странные дела. Поэтому нужно быть осторожным. Ого! Это всего лишь бабочки! Чего ты испугался? Подождите меня! Ого! Брэмбл, прекрати! Прекрати! Я так голоден. Тебе повезло. Посмотри наверх. Как так получается, что лучший гид всегда приводит вас к вкусной еде? Что это? Мне пора обедать. Давай, Эар. В яблочко! Ребята, цельтесь лучше. Давай! О, нет, он упал на землю, теперь он испорчен. Не волнуйся, Брэмбл, я лучший гид. Вот так. Вперед, Вик, у тебя полно. Вперед, Вик!
Отлично! Осторожно! Не волнуйтесь! Ты мой герой, Вик! О, спасибо! Последнее слово! Не в лицо! Как всегда! Отлично! Эар, не бойся! Ой, готово. Ой, мое лицо. Брэмбл, бери правее. Хорошо. Вкуснотища. У меня идея. Намажем лицо. Не за что. Давай попробуй. Отстань. Погоди, что-то приближается. Темное облако. Будет дождь? Это не дождь. Это пчелы. Все, бежим. Ой, мед. Оставь его, бежим. Заберем мой рюкзак и попытаемся их спасти. Хорошо, что здесь нет пчел. О, Кристи, мне страшно. Не бойся, я здесь. Я же сказал тебе оставь мед, Брэмбл. Но я не хочу его оставлять. Приар, лови. Брэмбл, Брэмбл. Брэмбл, погоди меня. Кристи. Все хорошо, Эар. Наконец ты избавился от этих пчел. Эй, Вик, иди сюда. Вик! Брэмбл. Вик, здесь? Вы в порядке, ребята? С нами обоими все хорошо. Но мы запутались в лианах. Ребята, бежим, пчелы вернулись. Скорее вставайте. Быстрее, быстрее. Что же нам делать? Мы окружены. Я отвлеку их. Найдите, где спрятаться. Кристи, не уходи. Эар, назад, не подходи. Мама. Эар, не подходи. Но мама. Эар, послушай, прячься скорее. Не волнуйся, я тебя спасу. Нет, на этот раз я буду храбрым. Эй, сюда. Смотрите сюда. Кристи, я увел пчел подальше. Ребята, мы здесь. Что случилось? Что же мне делать? Не беспокойся, мы в порядке. Просто не можем пошевелиться. Будто бы я лежу в кувшине с вкусным медом. Мне здесь так хорошо. Придумал. Кто-нибудь нам поможет. Нужно лишь добраться до дерева жизни. Стойте. Эй! Эй, стойте! Стойте! Готово. Я справлюсь. Я всех спасу. И уже скоро увижу свою маму. Вперед! Ой, странно. Веревка оторвалась. Кристи, Брёр, Брэмбл, Вик! Привет, Эар! Наконец, свободны. Как здорово! Мы в порядке!
Мелкий ребенок! Этот кокон растворился, как только намок. Спасибо, ты спас нас. Ты очень храбрый малыш. Малыш, ты великолепен. Без тебя бы ничего не вышло, Кристи. Это я должен тебя благодарить. Ладно, ребят, уже поздно. Пойдемте. Верно. Держитесь вместе. Приключения в музее. Ветер слишком сильный. Моя шляпа. Впереди стоит дом. Заходим. Что это за место? Здесь темно. Мне страшно. Что ты делаешь? Возьмите себя в руки. Нужно где-то включить свет. Пойдемте, найдем выключатель. Это старое здание похоже на заброшенный музей. Что? Давайте посмотрим. Кристи, осторожно. Ух ты, окаменелость. Спорим, за них могут дать хорошую цену. Хватит. Идите скорее сюда. Ого! Это окаменелость тиранозавра. Невероятно. Мне страшно. Пойдемте куда-нибудь отсюда. Ребенок. Ух ты! Наконец-то мы сможем разглядеть все окаменелости. Иар, посмотри! Иар? Где Иар? Он пропал! Эй, Иар! Иар! Где ты? Иар! Иар! Где ты? Иар! Эй, Иар! Возможно, он попал в беду. Это здание огромное. Может, он нас не слышит. Давайте разделимся и найдем его. Верно! Иар! Ты где? Это Вик! Есть кто? Да, отлично. Извращенец! Закрой дверь! Любитель подглядывать! Прости. Отдай мою щетку. Держи. Закрой дверь. Прошу прощения. Как неловко. Но сдаваться нельзя. Привет, хотите групповую экскурсию? Куда он делся? О, нет! Эй, Вик, ты в порядке? В полном. Продолжим поиски. Он пытается сохранить спокойствие. Ладно, будь осторожен. Обязательно было по лицу. Иар! Иар! Да где же он? Может, он наверху? Посмотрим. Ничего. Иар! Ты там? У меня есть для тебя кое-что вкусненькое. Брэмбл! Пойдем поищем Иара вместе. Ладно, ладно. Секундочку, соберу это все. Это же... Это следы Иара. Может... Иар там? Эй, Иар! Ты там? Иар! Иар! Ты здесь? Я тут. Здесь нет. Я нашла Иара! Молодец, ребята, вы только взгляните! Охранная система активирована. Что это? О, наконец, последний кусочек. Да, я сделал это! Сколько трудов, и все напрасно! Ой!
А? Что это? Так много лазеров? Плохо дело. Лабиринт? Что случилось? Да откройте дверь! Ребята, помогите! Кристи! А? Кристи, я спасу тебя! Брэмбл, ты цел? Порядок, уже иду! Осторожно! О, голова болит, Кристи, на что ты смотришь? Кто-нибудь помогите! Самое время использовать свои навыки кунг-фу! Стиль змеи! А вот и выход. Его нет, он пропал. Я выберусь. Самое время поработать своей головой. Бриар! Вот ты где. Нужно выбираться из этого лабиринта. Пошли. Наконец я свободен. Эр, иди сюда, помоги мне. Мне так страшно. Опять не успели. У меня голова кружится. Идея! Иди сюда! Я знаю, как выбраться отсюда. Что ты делаешь? Стой здесь! О, монетка! А где Вик? Стой смирно, не шевелись! Давайте не сильнее! Почему бы тебе не сесть на диету, Бриар? Я выбился из сил. Что? Что за... О, нет. Нам никогда не выбраться. Нам сюда. Смотри. Окно. Есть. Вперед. Я. Видел мой мощный удар, ниндзя? Ты в порядке? Я хочу к маме. А? Кристи. Не бойся, я тебя спасу. Кристи. Кристи, я почти добрался, держись. Скорее. Держись, Кристи, мы идем. Как раз вовремя. Спасибо, братишка. Скорее, Кристи, уходим! Я точно напишу жалобу. Это место слишком опасно. Там даже нет табличек с предупреждениями. Но, Вик, на двери есть табличка. Музей окаменелостей сейчас закрыт. Охранная система все еще работает. Осторожно, не входить. Она слишком маленькая. Я не могу ее прочитать.
Ну, так уж и быть. Им повезло. На этот раз я их прощаю. От меня одни хлопоты. Все хорошо? Главное, что ты цел. Уже поздно. Нам всем нужно поспать. Земля, вот моя постель. А небо — наше одеяло.